«Вся сила женщин в слабости мужчин», — сказал Вольтер. И нам остается согласиться с великим философом или же узнать у ульяновцев, что подарит рыцарь своим дамам и чего больше всего ожидает виновница весеннего торжества 8 марта от своих поклонников. Автомобиль «Ладу Гранту» синего цвета. Любовь. А это реально? Цветы. Много-много цветов. Фен свою маме куплю. На 8 марта поедем отдыхать. Ну, скорее всего, сертификаты какие-нибудь. А, ну, в ритуале тот же самый. Наверное, так. Мясорубку. Цветы золота. Сердце. Сердце. И улыбка красивый. И цветы, букет цветов. И секс аккуратненький. На 8 марта хочу получить путевку в Таиланд. Что-нибудь сладенькое, не знаю. Может быть, деньги. Я знаю, что мне подарят. А что? Путевка на Бали с мужем, поэтому все замечательно. Абонемент в тренажерный зал. Духи. Духи, да. Что-нибудь, но только спросить заранее. Ничего не хочу. Я православная женщина и 8 марта не считаю за праздник. Я бы хотела бы собаку, шпица. Я бы хотела получить любимого человека, а от него телефон, потому что у меня мой сломался. Все подарки, которые я получила, я уже имею. Чао, деточка.